Мияги пошел. Пацаны, ребята, сегодня у меня по традиции, 1 ноября, на мой день рождения будет стрим на Твиче. Ссылка будет в описании, будет много фиферов, приходите, начну где-то часов в 8. Чтобы вы понимали, мы только что зашли на ютабчик, ввели паки на лещи, мы что-то подобное уже записывали. 700 тысяч просмотров, чувак, все. Что здесь происходит? Слушай, смотри, какие твои ставки? 11 февраля 2017 году, то есть 3 года назад, мы набирали 700 тысяч на таком контенте. Ну да. Как ты думаешь, сколько мы на этот раз наберем? Ну, я хочу верить в 170. 170? Хуя ты загнул, бля. Наш... Я бы очень хотел верить в 170, но, скорее всего, мы увидим отсутствие монетизации на твоем видеоролике, потому что здесь есть я. Ну, статистика была, время было тогда, этот контент. Мне кажется, тогда я был жирнее, а ты худее, а сейчас наоборот, да, все? Ты быстрее. Да? Что это такое вообще? Из какой эпохи ты вообще вытащил этот стул, блядь? 18 век. Что ты доебался до моего стула? Это, блядь, нормальный стул. И у меня весы там, блядь, стоят. Весы. Бля, я помню еще в тот день, я тебя с этим сигермейстером пришел, блядь. Вова, блядь, сигермейстер. Сейчас на ютубе, блядь. А такое можно? Так, все, ладно, хватит ностальгировать, а то сейчас слезы потекут рекой, так скажем. В общем-то, сегодня у нас паки на лещи, реинкарнация ролика столетней давности. В общем-то, правила каковы у нас? Лещ дает тот, у кого падает walkout. Если падает какая-то срань, то мы, собственно, не даем друг другу лещи, чтобы было все максимально честно. Так что, смотри, у нас есть 3 пака по 50 тысяч, много паков по 25 тысяч, ну и, собственно, всякая срань по 150 тысяч. Ну и, конечно же, ребята, перед тем, как продолжить, напомню о своих спонсорах. Компания OneX. Сегодня английская премьер-лига, Манчестер Юнайтед играет против Арсенала. По закрепленному комментарию вы можете сделать ставочку на этот самый матч или же воспользоваться моим классным QR-кодиком вот тут здесь. Ну и не забывайте про мой сайт с продажей монет, ссылочка будет в описании. Чё он у тебя такой раздроченный, блядь, ты же в Division не играешь. Я играю в Division Rivals, ты понимаешь, вот такие вот вещи от Division Rivals происходят. Ты прикинь, если я пойду в Weekend League играть. Так, волкаута нет, о, синяя залупа. А синяя залупа считается за... Не-не-не, это не волкаут. Волкаут, когда, ну ты сам знаешь, что это лампочка, короче, мозга ебать начинает. Давай к самым интересным пакам, нахуй нам эта разминка, ты реально хочешь начать с этих пакетиков, давай самый жир. Все. Первый пакетик за 350 филпоинтов. Что там, игроки, кто там, что, не куда? Не урчи, не урчи, не урчи. Вот, открываем, и моя рука уже была готова давать поебало, но здесь Кондрева, 78. И много статистики у вас на экранах, ребята. Верите ли вы в это? Блин. Так, тут есть щиточки. Тут есть щиточки, между прочим. Щиточки не считаются, что это за флаг? Что это за позиция? Что это за клуб? Это дубровка, блядь. Квинси Промас, 2000 монет. А 2 недели назад он стоил 20-ку. А с какой силы мы будем бить? Подожди, бля, ты чё, нахуй? Не, самое тупое, что, в принципе, волкаут может дропнуться, но это, кажется, какой-нибудь говноед, который стоит 10 тысяч. Волкаута нет, но есть щиточки. И это португалец, великий ппшник, пизды. Мы только что пиццу ели, кстати. Очень вкусно, между прочим. Я не ел. Да не пизди, бля, по твоему ебалу видно, как ты не ел, бля. Пацаны, это не я, меня заставили. Мы сегодня сидели, смотрели подборочку великолепную, как менялся Гена Миллер. Сейчас вы где-то на экране это видите. Вы посмотрите, как будто разные люди, блядь. Абсолютно, причем это, блядь, фотки раз в полгода. Да, да, да. То есть это не раз в столетие. Где-то ты такой, где-то ты такой, блядь. Вообще хуй пойми, за тобой не уследишь, за твоими переменами. Я по настроению. Бля, вот мы раньше контент делали, да? Мы могли выкладывать видеоролики, где вообще нихуя не падает, и люди смотрели, просмотры лутались. В целом, вот буквально 15 минут назад мы сидели, смотрели старые видеоролики Пандоса, и там, вот, сделай вот вставку, чтобы вы просто ощутили вот то время. Да-да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Всем привет, пацаны, с вами PandaFX, и сегодня будем открывать серебряные паки. Охуеть. Получается, у меня уже пак окупился, пацаны. Раньше было лучше. Определенно, точно, да? Ставьте лайк, если хотите пакцы из серебряных паков, блядь. Давай. 20 тысяч лайков, блядь. И открываем серебро, блядь. Бля, давайте, чуваки, пока Генчик в Москве, мы реально сдонатим 12 тысяч фапоинтов и будем открывать только серебряные паки. Эти деньги можно взять, просто сжечь их в унитаз. Типа, это будет абсолютно одинаково. Выхлоп будет такой же. Ну, может, на забаву ради. Писота угорет над нами, поэтому 20 тысяч лайков, ребята. Бля, я не хочу, давай ты. Ладно. Бля, я сейчас как назло будет волкаут. Да, бля, давай, я открою, давай. Бля, пак за 50 тысяч, вроде. Это же так работает, блядь. Вроде... PandaFX устроен на этом. Вроде как, это впервые.
Отдал победу! Че, это легенда? Бля, вот этого я и боялся, ты понимаешь? Это хуёвейший волкаут. Это хуёвейший волкаут, который нахуй мне не всрался, блядь. Это Эдерсон, 86. Также не забывайте про мой промокод Пандос. Он очень классный. Бля, ты так на меня смотришь, да нахуй. Да как, блядь? Нормально, делай, а, нормально будет. Да хорошо, да это не будет сильно. Давай. Просто главное, зубы это убери нахуй. Блядь! Да иди нахуй, блядь, слышь, давай, слышь, разгоняться. Слушай, этот, я как пельмень. И вот так возьму, знаешь, и стул. Да, блядь, давай уже быстрее, блядь. Ты заебал, ты много болтаешь. Не, ну это перелечь, чувак. Да хуй перелечь, ты убрал нахуй, да, поебал, блядь. Ты убрал, блядь. Ты убрал, ебасос. Мне прям больно стало. Ты убрал, ебасос. Да иди нахуй, ты, блядь, да в смысле? Блядь, тебе пизда нахуй. Какая пизда, ты волков никогда не вытащишь. Только, бля, попробуй. Хорош, бля, тебе пизда нахуй. Тебе пизда, друг. Бразилия, иди нахуй, вратарь. Блядь. Но похуй, это волкаут. Каким бы ни был этот волкаут, блядь, это волкаут, блядь. Смотри, чувак вышел из-за пака, а это значит, что тебе пизда, блядь. Блядь! Ты заебал! Вот это вот полная хуйня! Слушай, вот за это... Слушай, я тоже ждал очень долго, блядь, пока ты здесь размахнешься. Блядь. НАСА! Бля, только что, мне кажется, было легендарное вообще событие. Нам два волкаута подряд упало, что, в принципе, априори, блядь, невозможно. Так, смотри, открываешь пак, если у тебя падает волкаут, то ты нам даешь еще. Так хочется. Так хочется. Так хочется? А можно просто так? Нет. Все. А почему просто так? А ты бы сильно ему ударил? Все, все. Не-не-не, все, давай. Если ты откроешь, это из-за. Да мне уже дали поебало. Блять, хорошо, что у него не было волкаута, чувак, опиздюлились бы мы с тобой, Халстер и Берген, блять. Ну просто Смолов вышел. Так, ну чё, ребята, у нас 6300 фапоинтов. Ну и... чё, получается, в монтаже мы оставим только моменты с волкаутом, надеемся на это, либо да, с интересными парцами. Или прямо сейчас ролик заканчивается, все. Ну слушай, мы записывали ролик, где мы просто 5 минут занимались всякой хуйнёй. Стопудово. Да, и типа, почему бы сейчас этим заняться, мы как бы чтём традиции. Чуваки, стабильность, вы, залог успеха. Вы сами пишете, раньше было лучше. Да, а раньше вот было смотрите, как? Вот мы просто сидели, открывали паки, где нам нихуя не падало. И вот. Были довольны. Да, сейчас люди зажрались. Вот порой реально ты садишься такой, блядь, вкладываешь, ну вот я не спиздеть тебе говорил, 1040, наверное, уже вдонатил, где просто открывал паки и не выкладывал видосы, потому что нихуя не вот, упало. Вот, у меня та же самая ситуация, блядь. И типа выкладывать видос, где ничего не выпало, но при этом ты понимаешь, что на видос потрачено, да, 40-50 тысяч рублей, ну типа, блядь, ну... Так, ну чё, как ты думаешь, нам упадут волкауты ещё? Да всё, блядь, пиздец, помойка. Предлагаю записать следующий видеоролик со следующим названием. Ты будешь открывать паки за 7500 и назвать видос. Видеоролик закончится, когда я поймаю Криштиану Рональду. И ты будешь нон-стопом, просто исходником на 8 часов, на 7 часов сидеть открывать паки. Ну, если под этим видосом наберётся 50 тысяч лайков, вот что я мало верю, то я запишу такой видос. Но это лютый перформанс был бы. Видос закончится, когда поймаю Криштиану Роналду. А я твой пак открываю, кстати. И под эту мелодию можно все паки вот как открываются, вот просто грустно. Очень пацанская, душевная. Бля, реально? Блядь, до слез, брат. Мияги пошел. Певец года по версии, блядь, GQ или что там? Что GQ делал? Не знаю, женщину года раздают, ёпта, блядь. Блядь, остановите этот видос кто-нибудь, пожалуйста. Это би-2 пошла. Бля, нихуя, зажал эти ноты. Да, слушай, почти музяка почти поперла. Давай под волкаут, типа, сделай вот эту мелодию, которую все ставят под волкаут. Ты можешь ее сыграть, типа, а я сейчас открою и ты. Под волкаут, типа? Да, под бит. Блять.
получилось. Не, ну можно что-то мелодичное, это вообще срань какая-то. Бля, как свайпнуть влево, блядь, слышь? Плохо. Те авторские права придут за кузнеца. Я же пел эту песню. Я ебал его в жопу! Зачем вы славите Дима? Это его музыка. Это она звучит в аду. Ну что, сыграли на гитаре, пакцы открыли, пару раз по лицу дали. Что еще надо для счастья? Оформить подписку на канал. 100%. Бахнуть лайк. В общем, чуваки, с вами был PandaFX. Миллер, блядь. Как там крутить надо, чтобы подписчиков много было? Не знаю, нахую надо. Крути Геннадий, блядь. Крути Геннадий, сука. Что это за хуйня? Ты не в теме? Нет, нет. Блядь, я не видел крути Геннадий. Ты не видел? Да, блядь, я не знаю. Может, а ты не знаешь, что такое капау, что такое найз, не знаешь? Нет. Крути не капау. Тёмыч. Это не капау, а найз. Понимаешь, попробуй сделать. Давай паки на раздевание. Реально? Блин. Пакцы на раздевание. С друг другом. Давай.